Что делать, что делается. А, мы начали. Здравствуйте, уважаемые эксперты, уважаемые зрители нашего мероприятия. Я рада приветствовать вас на очередной экспертной встрече региональной этической платформы Кабар.Азия. Сегодня наша экспертная встреча будет посвящена вопросу медиаграмотности жителей стран Центральной Азии, в частности тех, кто предпочитает черпать информацию из телевизора и социальных сетей, активно участвует в дискуссиях и спорах в социальных сетях. Война между Россией и Украиной спровоцировала появление беспрецедентного количества ложной информации, полуправды, манипуляций, фейк-новостей. Мир вступил в новую фазу информационных войн. Жители стран Центральной Азии оказались втянутыми в эту информационную войну. И, как показывает практика, порой даже опытным журналистам, обученным инструментам факт-чекинга, сложно сразу разобраться, где манипуляции. Эти вопросы мы сегодня подробно обсудим. И выработаем какие-то рекомендации, разобраться с этими проблемами нам помогут эксперты из четырех стран Центральной Азии. Из Казахстана с нами на связи Белла Арынбетова, специалист в области медиаграмотности, она журналист, медиаэксперт, региональный специалист по медиаграмотности Интерньюз в Казахстане. Из Кыргызстана с нами на связи Элина Каракулова, директор Интерньюз в Кыргызстане, и Асель Сурумбаева, журналист, медиатренер. Она выпускница школы аналитической журналистики Кабар Азия и также является тренером и работает в факт-чек КИДЖИ. А из Таджикистана с нами на связи Рустам Гулов. Он один из основателей факт-чека в Таджикистане, также медиатренер, консультант, блогер, сооснователь первой факт-чек платформы Таджикистана Факт-чек TJ и блога платформы Blogiston TJ. Он также ведет свой проект Алифбо Медиа, образовательный ресурс о новых медиатехнологиях, о трендах, онлайн-сервисах для подготовки мультимедийных материалов. И из Узбекистана с нами сегодня на связи Саида Слайнова. Она журналист, медиаэксперт и медиатренер. Она руководитель Центральноазиатской медиа школы Академии Дольче Велле в Узбекистане и также тренер курса журналистика. И в настоящее время она директор ННО Центра развития современной журналистики в Таджикистане. Добро пожаловать, уважаемые эксперты. Спасибо за то, что приняли наше приглашение. Итак, давайте же поговорим о том, как стоят дела с медиаграмотностью в странах Центральной Азии. И по алфавиту пойдем, Белла. Вы из Казахстана, пожалуйста, расскажите нам о ситуации в вашей стране. Какова специфика? Как вы оцениваете уровень медиаграмотности до последних событий и после последних событий? Я имею в виду и события в Казахстане, и войну между Россией и Украиной, и какие проблемы вырисовались в вашей стране в свете вот этих событий. Пожалуйста, Белла, вам слово. Если остановиться о медиаграмотности, то Интерньюз проводил исследование по медиапотреблению и информационной грамотности в странах Центральной Азии, в том числе Казахстану. И результаты опроса показали, что население Казахстана все еще предпочитает традиционные СМИ, интернет, радио, телевидение. Несмотря на проникновение в интернет, у нас 81% населения имеет доступ к интернету. Но, однако, все-таки основным источником информации они считают телевидение. И был такой вопрос, какие новости, аналитические программы вы предпочитаете смотреть в СМИ. И 28% ответили, что они смотрят российские телепередачи, именно новостные и аналитические. И 39% из них предпочитают местные телеканалы. И все-таки надо отметить, что влияние российских СМИ, особенно теле и радиоканалов, они очень весьма ощутимы. Также надо отметить, что более взрослое поколение, оно все-таки подвержено пропаганде. И надо еще отметить, что
специфика, ну, не только Казахстан, я думаю, восточных стран, ну, Центральной Азии, ой, не Восточной, Центральной Азии, у нас все-таки есть институт, все-таки, когда взрослые принимают решения, а молодое поколение, оно более все-таки воздерживается говорить свое мнение открыто, и это влияет также на медиапотребление, мне так кажется все-таки. И с начала войны, то есть с 24 февраля, тема войны между Украиной и Россией, она стала очень самой главной для казахстанских СМИ. И даже в соцсетях основным трендом это было отношение между Украиной и Россией, также как это повлияет на Казахстан. И даже самые актуальные вопросы, особенно январских событий, нерешенные проблемы, они передвинулись, к сожалению, на второй план. Казахстанцы проводили митинги, организовали сборы гуманитарной помощи. Официальные власти, они не поддерживали эти инициативы гражданского общества. Аналитики до сих пор сейчас говорят об этом, об экономических последствиях, о политических каких-то еще последствиях для Казахстана. Казахстан граничит с Россией, у нас 7 тысяч километров общей границы, и также мы, как геополитически, очень связаны с Россией. И, наверное, поэтому наши официальные органы, они как-то всегда воздерживаются. Население более грамотное, оно борется с фейками, с пропагандой. В основном не госканалы борются с фейками и пропагандой, а гражданский сектор сам по себе. И самое опасное то, что до сих пор наши госканалы не называют войной, они также называют спецоперацией, несмотря на то, что их критикуют свои же коллеги, независимые журналисты, эксперты. Вот эти фейки, они до сих пор распространяются, даже вот этот самый главный фейк о том, что в Киеве, Одессе нашли секретную биолабораторию, они транслировались и у нас в Казахстане, к сожалению, и живут своей жизнью. В этом плане надо отметить, что Россия, да, она как-то закрыла все главные независимые СМИ, создала такую информационную блокаду. И несмотря на то, что в Казахстане нет такой блокады, все равно мы транслируем те же российские эти новости, пропаганду в чистом виде. И самый главный вопрос у нас сейчас поднимают активисты. Они требуют, чтобы Казахстан закрыл трансляцию российских госканалов. Однако со стороны официальных властей вообще нет никакой реакции. И даже судя по исследованиям, российские каналы являются основным источником для некоторых, для большинства все-таки аудитории. Основная проблема у нас то, что Казахстан зависит в каком-то плане, даже политически, все-таки нет у нас таких независимых инструментов по власти тоже. Спасибо, Белла. К сожалению, мне кажется, что вот такая ситуация, которая сейчас сложилась, она вообще во всех наших странах. Давайте сейчас мы послушаем информацию о том, какова ситуация в Кыргызстане. Так, у нас Асель, Элина выпала. Асель, давайте, пожалуйста, вы расскажите нам о том, какова ситуация. Я не вижу. Да, Асель. Пожалуйста, вы расскажите нам о том, какова ситуация в Кыргызстане. У нас также, как и в Казахстане, старшее поколение подвержено больше этой пропаганде, и старшее поколение больше смотрит телевидение, и в частности эти российские каналы. Также очень много фейков относительно военной этой тематики. Много было фейков, искажений информации. К примеру, кыргызская сторона, она сообщила о том, что нейтралитета придерживается. То есть, но при этом некоторые российские издания
подали информацию так, как будто Кыргызстан оказал поддержку, да, России. Вот, то есть, ну, такую информацию опровергали, но в любом случае, как бы, ну, те каналы, которые имеют большую аудиторию, ну, успели такую информацию распространить. Вот. И очень много фейков относительно мигрантов, относительно, ну, относительно того, что нас тоже касается, да, то есть у нас очень много мигрантов в России, да, потому что якобы их тоже призывают воевать и так далее, вот, относительно наших граждан, вот, что еще, ну, вот, мы в рамках фактчекинговой группы «Медиаблогпост» также работаем над тем, чтобы разоблачать эти фейки и, ну, развенчивать, да, и предоставлять аудитории достоверную информацию. Вот. Ну, а я думаю, примерно одинаковая, да, фейковая информация, вот, что в Казахстане, что в Кыргызстане, да, примерно вот одного типа, да, такая информация вот, распространяется. Что еще? Что касается медиаграмотности, на самом деле у нас системной такой работы нету по повышению медиаграмотности, поэтому в целом низкая медиаграмотность среди населения, этим занимается в основном гражданский сектор, неправительственные организации, точечно, ну, как в рамках каких-то проектов, да, но так, чтобы системно, чтобы государство взяло это в руки и как-то вот образование, да, вот медиаграмотность внедряло, такого нету. И плоды этого мы видим как раз-таки, когда вспыхивают вот такие вот ситуации, да, политические, когда, допустим, резко там, социально-экономические, там, политические ситуации резонансные, тогда и увеличивается эта фейковая информация и повсеместно причем. Вот. Спасибо, Асель. Я хочу спросить Элину. Элина, пожалуйста, скажите, есть ли какие-то уже сейчас у вас наблюдения о том, ну, как освещают местные, например, СМИ этот конфликт? И вообще, насколько медиаграмотность, уровень медиаграмотности среди кыргызстанцев, ну, выше или ниже? Потому что, вот, например, мы здесь, сидя у себя в Таджикистане, мы видели, что в социальных сетях была информация о том, что жители Узбекистана, в основном, наверное, это была молодежь все-таки, да, ходили, протестовали, были митинги и так далее. Пожалуйста, ваше мнение. Мне кажется, что очень сложно сравнивать страны тогда, когда у нас не было такого единого исследования с единой методологией по всем там трем или там четырем странам Центральной Азии, да, поэтому сложно говорить об этом. Мы можем говорить вот по Кыргызстану о том, что да, действительно, уровень медиаграмотности достаточно низкий. Последнее исследование, которое проводил, по-моему, фонд Сорос Кыргызстан, как раз говорил об этом, да, что люди продолжают доверять рассылкам в WhatsApp, продолжают доверять телевидению, потому что у телевидения очень высокий рейтинг телесмотрения, по крайней мере, в взрослых группах, взрослых аудиториях, и достаточно высокий уровень доверия. Вот. И, собственно, поэтому мы видим сейчас такую поляризацию в обществе, но это касается не только наших стран Центральной Азии, это вообще всего мира сейчас касается, но в большей степени постсоветских государств, поскольку есть страны, в которых вещают беспрепятственно российские телеканалы, да, естественно, там и идет своя новостная повестка, и они не смотрят, допустим, ничего другого, либо не хотят смотреть, да, все, что вот сейчас мы видим на каких-то личных примерах или на примерах в соцсетях, мы видим вот эту вот поляризацию, да, что люди вообще уже не слышат друг друга, они живут в разных информационных пузырях, и не соприкасаются, можно сказать. Это очень опасная ситуация, поскольку, ну вот, открытый конфликт уже сейчас существует, военные действия идут, и люди по две стороны вот этих баррикад в онлайне, в офлайне, неважно где,
но это уже присутствует, да, и я в самом начале военных действий мы видели, что были такие интересные посты в Твиттере, да, один такой был пост, очень, с одной стороны, где-то комичный, с другой стороны, трагичный. Он заключался в том, что все уже успели поссориться с родителями по поводу Путина, да, или там по поводу ситуации в Украине, или не все, да. То есть это говорит о том, что, ну, практически в каждой второй семье, если не в каждой первой, случился вот уже вот этот баттл на предмет того, что такое ЛНР, ДНР, правильно ли сделали, что ввели войска и так далее, и так далее. Ну, то есть вот такие вещи. Как освещают медиа при этом? Все освещают по-разному. Мы видим, что некоторые действительно пишут, делают сводки регулярные. СМИ с государственным участием, так будем говорить, да, мы видим этого меньше где-то. Вот. Но я скажу по Кыргызстану, пока мы не делали, мы хотим сделать такой обзор со стороны медиакритиков, как освещается ситуация в Украине. Пока ее не сделали, но я знаю, что наши офисы в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане уже сделали. Там очень интересный обзор на новом репортере вышел. Я советую посмотреть, почитать. Вот. Ну, в целом, конечно, есть такая рефлексия по поводу вообще раскола мирового на предмет, на тему вот, конфликта в Украине. Вот. Это, конечно, очень жестко поставило вообще в тему о медиаграмотности. Мы ее, конечно, делаем и делаем усиленно последние 2 года, уделяем этому внимание особое. Почему? Потому что когда мы поняли, что через свое исследование, когда мы поняли, что у нас очень высок уровень манипуляции, дезинформации в сети через искусственные источники, то бишь через те же самые троллинг-фермы. И когда мы осознали, что вот все наши исследовательские моменты показывают, что порядка 96%, например, того же языка вражды в Кыргызстане, да, в соцсетях продуцируются искусственными игроками, да, то есть это тоже вот троллинг-фермы, собственно, тогда стало понятно, что очень много дискуссий в сетей, они являются заведомо уже токсичными, они являются манипулятивными, и наша сейчас работа заключается в том, что вот мы, например, работаем с группой мониторинга соцсетей Facebook, Instagram, да, ребята мониторят, ребята и девчата, и мы составляем списки аккаунтов, которые нарушают политику той или иной соцсети, особенно разжигают там рознь или дезинформируют намеренно, и отправляем это напрямую в Facebook, да, для деактивации. Facebook очень, в принципе, уже неплохо стал реагировать, они деактивируют эти аккаунты, они сами расследуют те базы, которые мы сдаем, и, получается, находят еще больше вот этих связей, этих троллинг-ферм, и делают деактивацию практически каждый месяц. Самая большая произошла в конце 2020 года, и тогда даже Facebook сам сделал стейтмент о том, что вот мы деактивировали. Далее вот есть мониторинг языка вражды, который тоже уже в течение 2 лет из-за того, что у нас выборные циклы были очень короткие, мы проводили этот hate speech мониторинг, он тоже показал. То есть вот есть мониторщики, которые сами отдельно работают, а есть еще мониторщики конкретно по языку вражды, и это 2 разных исследования. И эти исследования показывают, что, значит, уровень манипуляции, он просто зашкаливает, да, особенно если это касается каких-то значимых социально-политических тем, либо политических тем, это всегда огромное количество токсичных манипулятивных дискуссий. Вот. И имея всю вот эту информацию на руках, мы решили, что мы будем создавать уроки о медиаграмотности. И такие уроки выходили вот у нас в преддверии выборов, да, то есть мы объясняли, что такое критическое мышление, что такое правда, постправда, манипуляция, как это отличить, что такое троллинг-фермы на кыргызском, на русском языках. И сейчас мы подключаем к этому движению по медиаграмотности не только там журналистов-расследователей, да, журналисты делают и расследования, и короткие видео, вот как раз и работает еще, кстати,
очень важная группа медиаблокпост, это фактчек, Асель Суранбаева, да, как лидирующий редактор этой группы. Медиаблокпост создавался нами как такое волонтерское медийное движение во время пандемии, во время карантина, потому что тогда был всплеск у нас дезинформации. И мы создали эту группу, думая, что мы ее очень быстро как бы распустим, да, что все, вот мы самое главное свою миссию выполним на карантине, и все. Но случился потом черный июль, а потом случился октябрь 2020 года, а потом случились выборы, и очень много чего случилось. И граница случилась в апреле прошлого года. Поэтому эта группа до сих пор работает, и с одной стороны мы радуемся, что у нас столько опыта уже накоплено, но с другой стороны это говорит о том, что вот фактчекинг — это тот жанр, в который обязательно нужно инвестировать. Расследование — это тот жанр, в который нужно инвестировать, потому что мы... Иначе мы не будем понимать тенденции. Вот сейчас у нас есть эти исследования, у нас есть эта работа, мы понимаем вообще, что происходит у нас в этой сфере, и мы можем создавать контент на эти темы. И пока это контент видеоформата, то есть его нет, например, в школах или там для специальных таргет-групп, да, но мы подключаем интересную очень такую группу, как акыны-импровизаторы. Они имеют аудитории свои, да, в кыргызоязычной в основном среде, в основном традиционной. И мы сейчас обучаем эту группу по теме медиаграмотности, не только там и параллельно, получается, и кыргызская философия, и литература, и прочие другие вещи. Но самое главное — это медиаграмотность. Мы даем им и технические навыки для того, чтобы они могли вещать уже в своем традиционном формате о том, как важно проверять новости, прежде чем их переслать кому-то и куда-то, да, и что такое альтернативное мнение, почему за альтернативное мнение, ну, как бы не стоит сильно ругать другую сторону, да, нужно, как важно слышать друг друга, мне кажется, вот эти вот посылы, они будут они сейчас как никогда актуальны, вот, и эта кампания начнется в ближайшее время, я думаю, что мы, конечно, не планировали ее делать именно, не думали, что мы ее будем делать в момент, когда разразится вот такая война страшная, никому не нужная, на мой взгляд. Вот, но получается, что она очень актуальна сейчас, тогда, когда вот мы видим, что вот эту большую поляризацию, когда рушатся какие-то каноны, да, даже и в журналистике тоже очень многие вещи нарушаются, разрушаются, и мы даже не знаем, как сориентироваться, да. Я думаю, что это будет как-то помогать нам, но сказать, что этого достаточно, я не могу сказать, да, то есть мне кажется, что надо, ну, работать больше, делать больше, мы будем, да, только рады. Да, во втором блоке я еще попрошу вас, чтобы вы рекомендации также дали. Вы знаете, вот мне кажется, анализируя все эти события, которые сейчас происходят, мне кажется, что все-таки вот то, что так активно международные организации, вот ваша организация, другие организации способствуют вот повышению уровня медиаграмотности, это хоть каким-то образом сейчас привело к тому, что мы имеем все-таки людей, которые понимают, что где правда, где ложь, и как-то хотя бы могут сориентироваться, но, конечно же, как вы говорите, это огромное поле деятельности, и мы сейчас видим, что этого недостаточно, потому что какие-то глобальные вещи происходят, и вот пропаганда зашкаливает, и все наши международные стандарты, которым, Ирина, вы с нами работали, которым мы учили журналистов, все это ушло куда-то, и все надо начинать заново. Спасибо вам большое, Рустам, давайте сейчас я хочу задать вопрос вам. Отличается ли ситуация и есть ли какая-то специфика в Таджикистане по поводу медиаграмотности? Пожалуйста. Да, здравствуйте, коллеги. Сильного отличия в медиапространстве, к сожалению, нет, а может быть и к счастью, потому что какие-то методологии, которые могут быть применены в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, они могут также с успехом применяться и в Таджикистане. Но что касается медиапространства, то оно, конечно же, поляризировалось и разделилось на две части в данном случае, потому что часть населения, оно за то, чтобы
то, что Россия напала на Украину, другая часть против. И в итоге получается, что вот эта поляризация, она также отражается в самих медиа, медиапространстве, потому что сейчас субъектами распространения вот этой информации, данных являются не только средства массовой информации, но и сами люди. Если люди активно делятся различными фейками, активно делятся различной информацией, которая просто встречается. Приведу просто несколько примеров, которые очень часто встречаются в различных чатах, социальных сетях. Например, вот недавно была распространена в одном чате фотография, где жители города Ирпень, это под Киевом, который сильно пострадал от бомбардировок, находится под завалами моста, и вместе с ними, то есть большая группа жителей, вместе с ними несколько военных, и тот человек, который поделился этой фотографией, он указывает, комментирует это так, что вот, посмотрите, сами военные Украины не пускают жителей эвакуироваться из города. Однако небольшой поиск других фотографий из этого места же показывает, что есть куча много других фотографий, которые показывают, что они просто в этот момент скрывались от бомбардировок. И военные, наоборот, охраняли этих же людей, защищали этих людей. Есть другие фотографии, где эти же военные помогают людям уже выбираться, когда уже бомбардировка миновала, помогают выйти из-под моста. В итоге получается вот такие манипулятивные фотографии, манипуляции со стороны. То есть этими данными она сильно распространяется. Причем война — это обман, об этом еще 2000 лет назад говорили, и в итоге ничего не изменилось. И сегодня вот наряду с реальной войной идет кибервойна, экономическая война, информационная война. И в этом плане нужно четко понимать, что как сторона Украины, так и сторона России ведут в том числе информационную войну. Например, это выражается в публикации информации о потерях. Украинская сторона дает большую информацию о потерях российской стороны, но не всегда полную информацию о своих потерях. И наоборот, российская сторона практически не дает никакой информации о потерях своей стороны и много чего говорит о том, сколько объектов она уничтожила в самой Украине. Естественно, это все подхватывается в том числе нашими СМИ. Но не только СМИ, вернее, но еще и пользователям, которым это все этим всем активно делится. Но влияние российской пропаганды, оно намного более пагубно сказывается на людях, потому что даже в Таджикистане уже можно увидеть, как люди клеют этот знак Z, новую свастику, на свои машины. Уже появились фотографии, где люди ездят с такими знаками. Появилась очень большая группа людей, которые всячески поддерживают вторжение России на территорию Украины. И при этом нужно понять, обратить внимание на риторику тех, кто поддерживает, потому что эти люди в основном зачастую слово в слово используют ту же самую риторику, те же самые термины, которые использует российская пропаганда уже на протяжении последних 8 лет, и особенно то, чем она пользуется вот с момента вторжения на территорию Украины. И даже некоторые СМИ, я не буду сейчас называть конкретные СМИ, чтобы не навлечь на них какие-то, там, я не знаю, проблемы или хейт, используют вот эту орловский новояз, не война, а спецоперация, не уничтожение, я не знаю, инфраструктуры страны, а демилитаризация, не свержение власти в Украине, а денацификация. Вот это все начинает уже появляться даже в некоторых СМИ. А те же СМИ, которые не используют эту риторику, называют войну войной, уничтожением и так далее, они подвергаются таким большим хейтерским комментарием, очень таким негативным комментарием со стороны пользователей в чатах, причем это достаточно известные медиа. И получается, что вот эта пропаганда, вот, о которой, кстати, упоминала, кажется, Элина, наша коллега, что уже нет семьи в Таджикистане, да, в которой не было бы споров между членами семьи о войне в Украине, она касается вот многих. И тоже касается вопросов медиапотребления, потому что в нашей стране тоже много людей смотрят в основном телеканалы, и очень много зрителей среди российских телеканалов, российской пропаганды. Учитывая то, что вот за последние дни в России сильно повысился уровень цензуры, государственная цензура практически уже введена, и военная цензура введена, в итоге очень много независимых СМИ просто-напросто закрыли или
временно приостановили свою деятельность, чтобы уже не подпадать под санкции государства. Это все влияет также на информационное пространство, потому что теперь идет только однобокая информация со стороны государственных органов Российской Федерации, и при этом мы сталкиваемся с такой ситуацией сложной с точки зрения, например, факт-чекинга и верификации информации, потому что факт-чекинг, верификация, она основывается на открытых данных официальных источников. Но так как сейчас идет вот эта информационная война, и официальные источники, в том числе Министерство обороны там, России и Украины, они являются субъектами этой войны, они, естественно, не могут служить в данном случае достоверными источниками для верификации данных. И поэтому очень сложно верифицировать, проверять информацию на подлинность. И остается только включать вот это критическое мышление и понимать самому. Но тут возникает другая сложность, потому что как только вы включаете критическое мышление, это означает, что у вас должен быть доступ ко многим видам и очень многим формам информации, в том числе на различные темы, и понимание всего этого. Например, вот такая информация, что, мол, намеки на то, что коронавирус разрабатывали в лабораториях Украины, да, или там изучалось это все. Вы должны понимать, как работают вирусы, как они заражают людей, как они переносятся. Или же другая информация о том, что якобы там изучались вопросы распространения специальных вирусов, которые влияют на славян. То есть вы уже должны понимать определенные основы генетики, основы какой-то культуры. Очень много разных сфер, и это все требует достаточно больших усилий со стороны читателя, чтобы восполнять вот эти пробелы в своих знаниях, это требует намного больше времени и сил, труда, нежели чем просто потребить какую-то информацию, не заморачиваясь на эти детали и просто делиться этим. Естественно, большинство так и поступает. Они не изучают это все, не обращают внимания на вот подобные нюансы. И если они прочитали или увидели, тем более по телевизору, что где-то разрабатывается вирус, который действует только на славян, они даже не задумываются, что украинцы – это тоже славяне, и этот вирус, даже если он будет где-то еще существовать и подобным образом заражать славян, он в том числе должен аукнуться на них. Но вот этого как бы анализа ситуации не существует. Многие люди, даже вроде бы грамотные, у которых, я не знаю, может быть, не посещали уроки биологии в школе, есть все-таки определенная доля веры во всю эту информацию. Нет критического осмысления, критического анализа поступающих данных. Это большая проблема. Спасибо большое, Рустам. Знаете, я хотела вас вот сразу спросить, пожалуйста, как вы считаете, что больше всего влияет на мнение населения? Это пропаганда, льющаяся с экранов российских телевидений? Или это трудовая миграция в России? Нет, пропаганда все-таки, потому что пропаганда, она воздействует уже на всех. И на трудовых мигрантов, и на нетрудовых мигрантов, и на членов их семьи. И то, что у нас транслируются эти телеканалы без какой-либо без каких-либо ограничений, она влияет вне зависимости от того, находятся ли члены семьи в трудовой миграции или не находятся. Потому что они как раз-таки влияют на людей, которые оторваны от российской действительности. Даже те же самые трудовые мигранты, которые находятся непосредственно физически в России, они могут своими глазами видеть, как местное население к этому относится, что все-таки не все население Российской Федерации, оно поддерживает эту войну. Да? Да, там может быть и большинство определенное, но все же есть много людей, достаточно свободомыслящих и критически мыслящих, которые не поддерживают, при этом открыто это не выражают свое мнение. Однако те люди, которые находятся в Таджикистане, они видят только пропаганду, они видят только митинги за поддержку в поддержку этого вторжения и войны, и они не видят того, что многих людей, уже там больше 10 тысяч, насколько я понимаю, уже задержали в самой же Российской Федерации в связи с их протестами против войны. То есть вот это все игнорируется, и в итоге однобокая информация, она даже больше влияет на местных жителей, чем на трудовых мигрантов. Хотя не стоит исключать, что на них тоже оказывает большое влияние эта пропаганда. Рустам, давайте теперь мы послушаем Саиду Сулаймонову. Саида, пожалуйста, расскажите о том, каковы тенденции и каков уровень грамотности, медиаграмотности населения в Узбекистане. Пожалуйста, Саида. Добрый день, коллеги. Спасибо за то, что пригласили.
хотя повод для встречи у нас может быть не такой радужный, как хотелось бы, тем не менее, надо сегодня об этом говорить. И сейчас, послушав всех своих коллег из соседних стран, могу сказать, что, в общем-то, наше информационное поле, наш медиа-ландшафт достаточно близки и похожи друг другу сегодня по контенту, по риторике, по тем позициям, на которые сегодня расколото общество, а оно действительно сильно сегодня, скажем, политизировано и поляризировано в разные стороны. И, как сказали коллеги, это начинается с самой простой ячейки общества, самой базовой, это семья, и заканчивается на уровне государства. Сегодня то, что мы видим, как раскололись люди на два лагеря, и в Узбекистане это тоже очень четко сегодня просматривается, как сказала Белла, когда Интерньюс несколько назад проводил исследование на предмет медиаграмотности в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, было выявлено, что население Узбекистана, в том числе, особенно в сельских региональных местах и локациях, очень сильно до сих пор подвержено влиянию телевидения. Речь прежде всего идет о российском телевидении, а также о телевидении, национальном узбекском телевидении, которое занимает, скажем, достаточно такую традиционную, скажем, позицию в плане новостей и очень сильно подвержено политическому и другого рода характеру влияния от России. Собственно, вот та ситуация, которая связана с войной в Украине, которая случилась, которая по-разному, опять-таки, оценивается и называется в российских СМИ и несется, скажем так, на все постсоветское пространство и вообще на мировое пространство со стороны украинских СМИ. И как мы можем сегодня наблюдать на примере Узбекистана, здесь тоже есть раскол как в обществе, так и в медиа. И коллеги не сказали о том, как у них реагирует благосфера на эти последние события, на войну и на все, что ей сопутствует и окружает сейчас нас. Это информационный шум, это информационная война, которая может быть покруче, чем война, скажем, настоящая, скажем, такая в виде боевых действий, огромных потерь с двух сторон, человеческих жизней, которые уносятся на фоне беспрецедентного уровня дезинформации, фейков, мисинформации, пропаганды, откровенной манипуляции, хейта и так далее, затерялась вообще объективация того, что происходит. И как вы правильно, Лола, сказали, сами профессионалы сегодня очень часто разводят руками, просто безапелляционно разводят руками, потому что не могут сами иной раз разобраться, а где, собственно, фейк, а где идет достаточно объективная информация. У нас, если официальная позиция, но вот вчера ее озвучил, как вы знаете, министр иностранных дел Узбекистана, и большинство, так сказать, новостей вчера и сегодня топовых было связано с заявлением нашего министра иностранных дел Камилова о том, что Узбекистан не признает государственную независимость, суверенитет Луганской и Донецкой народных республик и выступает за территориальную целостность Украины и призывает стороны к сесть за стол переговоров и решить конфликт мирным путем. Это вызвало больше всего резонанса, конечно, в том числе отреагировала наша благосфера. Надо сказать, что в большей части и узбекоязычная, и русскоязычная благосфера, которая, надо сказать, в Узбекистане сейчас имеет огромное влияние на общественное мнение, куда большее влияние, чем официальные средства массовой информации, наша благосфера все-таки занимает, скажем, антивоенную, резко выраженную
крайне резко выраженную антивоенную позицию. Скажем, риторика российских средств массовой информации подвергается резкой критике. Очень много информации публикуется о тех фейках, которые идут в эфире, особенно российского телевидения, которое, я сказала, уже очень популярно у нас в Узбекистане. Очень много языка вражды на фоне этих событий в социальных сетях. Язык вражды просматривается в комментариях пользователей. Очень много языка вражды под постами известных лидеров мнений, которые влияют, как я уже сказала, очень сильно через сеть на общественное мнение в Узбекистане. Ну и, конечно, если говорить о фейках, у нас нет понятия в законодательстве фейковой информации, фейк-ньюс в Узбекистане, но, тем не менее, у нас есть определенные меры предупреждения. Они возникли в Узбекистане в период карантина, в период первой волны COVID, когда был самый большой всплеск фейковой информации в Узбекистане за все новое, за последние новейшие, так скажем, времена. И хотя понятия фейк нет, но есть понятие ложной информации, и за это предусматривается отдельная административная ответственность, а за повторное распространение ложной информации предусмотрена даже уголовная ответственность. Также в эту категорию, под эту категорию, скажем, в этой категории рассматривается понятие клевета, то есть распространение недостоверных сведений. И, как я уже сказала, эти нормы законодательства появились во время эпидемии, во время пандемии, и сейчас они применяются и по отношению к распространению ложной или клеветнической информации о событиях, связанных с войной в Украине. Если говорить о том, какие топовые темы, может быть, вот сейчас на фоне этой ситуации, скажем, раскручивались и раскручиваются и активно освещаются как в официальных средствах массовой информации, в государственных, так и в у блогеров, которые в основном влияют сегодня на общественное мнение через свои телеграм-каналы. Вы знаете о том, что у нас телеграм-мессенджер превратился в, пожалуй, самое популярное средство массовой информации, в самую популярную площадку, то прежде всего, наверное, надо сказать о теме санкций. И темы санкций не вообще применительно к России и применительно к Западу со стороны России и так далее, а применительно все-таки к Узбекистану, как они влияют на Узбекистан, на узбекистанцев, на наших мигрантов, на студентов, которые находились на территории Украины во время начала боевых действий на территории Украины, о их вывозе в Узбекистан, поскольку вы знаете, что была определенная логистическая проблема, она и сейчас существует с прямыми рейсами и так далее, с ограничениями по перелетам. Ну, еще одна тема, очень популярная за вот этот период на фоне этих событий, это тема о санкциях на имущество Алишера Усманова. И об этом много писалось, были фейки, потом их развенчивали. У нас есть телеграм-канал «Антифейк», который как бы моментально реагирует на ту фейковую информацию, которая появляется в социальных сетях и в мессенджерах. Ну, дефицит валюты, дефицит доллара, резкий рост цен на определенные товары, в частности, вчера на сахар, ну и другие около, скажем, военные темы, которые так или иначе влияют сегодня на Узбекистан, в том числе и на медиапространство, на те посылы и на ту информацию, на те посылы, которые делают сегодня наши лидеры мнений, блогеры, журналисты. Что касается официальных СМИ, еще расскажу, очень сдержанная политика и очень большое влияние, как сказали коллеги, на аудиторию Узбекистана, влияние российских СМИ, особенно телевидения. Ну вот коротко вот так. Спасибо большое, Саида.
Мы, да, тоже были очень приятно удивлены, и не то что удивлены, а просто воодушевлены заявлением руководителя вашего МИДа, потому что, по-моему, это единственная страна в Центральной Азии, которая так вот сейчас выявила вот эту свою, заявила свою такую четкую позицию, и это нас немножко воодушевило и радует. Давайте сейчас поговорим и перейдем ко второй части нашего обсуждения и поговорим о том, что же с этим совсем делать. Как вот в этих условиях сейчас работать, как работать на страновом уровне, понимает ли наше правительство, что высокий уровень медиаграмотности населения – это благо для страны, как нужно усиливать институционально обучение и кто должен этим заниматься, как научить людей быть более критичными и отличать правду от лжи. Или все-таки это выгодно нашим властям, потому что инструменты для подавления свободы слова под видом борьбы с ложной информацией – это существует в каждой стране. Хотелось бы услышать ваши рекомендации. Исайда, давайте начнем сейчас с вас в обратном порядке. Пожалуйста, ваши рекомендации, как вы видите, что же необходимо сейчас делать. Пожалуйста. Спасибо большое, Лола. Да, ну, вопрос о дальнейшем развитии медиаграмотности во всех странах наших, ну и в Узбекистане в частности, стоит особняком сейчас. Буквально сегодня мы получили, наверное, как бы вот просто, как нельзя сказать, в тему, пришел приказ с... постановление с аппарата президента Республики Узбекистан о задаче продолжить изучение передового зарубежного опыта и выработать предложение по внедрению и совершенствованию системы образования в Узбекистане. Создана государственная комиссия в составе 20 экспертов, которые должны выработать дорожную карту по комплексу мер по развитию медиаграмотности в Узбекистане на 2022-2024 годы. Примечательно, что негосударственные, некоммерческие организации, представители этих организаций тоже включены в состав этой комиссии и предложена уже как бы концепция дальнейших действий, мероприятий по направлению развития медиаграмотности и онлайн-безопасности на период 2022-2024 года. Это вселяет определенные надежды на то, что у нас все-таки постепенно появится отдельный предмет медиаграмотность в системе общего образования в Узбекистане. Поэтапно, конечно, мы начали эту работу еще в прошлом году. Наш центр в рамках проекта внедрения медиаинформационной грамотности в систему образования в Узбекистане начал поэтапную работу совместно с Министерством народного образования Республики Узбекистан и с Агентством по делам молодежи по разработке первых шагов и действий в этом направлении. Мы провели небольшое исследование среди государственных служащих, среди учителей пилотных школ и учащихся этих пилотных школ на предмет выявления базового уровня медиаобразования. У нас было 2 пилотных региона, мы изучили ситуацию в пилотных школах в Ташкенте и в Таш области, и в этом году проект продолжается. Выявленный уровень медиаграмотности достаточно низкий, он требует достаточно таких комплексных мер по обучению, как государственных служащих, которые принимают решения, от которых очень много зависит в плане того, как будет развиваться медиаграмотность в Узбекистане и куда она будет двигаться. И мы продолжаем в этом году работать с нашими стейкхолдерами. Это комитет Олий Маджлиса Республики Узбекистан, который курирует это направление. Это Министерство народного образования, это Министерство высшего среднего специального образования. И мы расширили в этом году
круг пилотных школ. У нас будет уже 10 пилотных школ. Мы взяли достаточно сенситивный регион Узбекистана, Ферганскую область, и будем там работать в этом году с пилотными школами и с учителями-методистами пилотных школ. Ну, кроме того, наш центр, я сначала хочу сказать вообще о том, что наш центр делает в этом направлении. Мы с прошлого года взяли курс на медиаграмотность, на фокус на развитие медиаграмотности в Узбекистане. И в этом смысле с партнерами из 4 стран Центральной Азии мы реализуем проект «Медиа и информационная грамотность для повышения критического мышления молодежи в Центральной Азии». Я думаю, коллеги из Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана знают об этом проекте. Ключевой проект, компонент этого проекта – это мобильная игра для молодежи, для уязвимой молодежи, маргинальной молодежи, игра по медиаграмотности, которая развивает навыки критического мышления, распознания фейковой информации, дезинформации, предупреждение языка вражды, предупреждение использования языка вражды в медиа и вообще, так сказать, в коммуникации. И этот проект продолжается в этом году, третий год проекта. Мы надеемся на то, что у нас будет возможность, будут ресурсы, партнеры, средства на то, чтобы продолжить разрабатывать новые игры образовательные, посредством которых мы можем влиять на развитие уровня медиаграмотности молодых людей. Почему мы прежде всего взяли фокус на развитие медиаграмотности среди молодежи? Потому что все-таки сегодня, как ни банальным бы это звучало, молодежь – наше будущее, и основные пользователи, и генераторы контента, и основные участники медиасреды сегодня – это молодые люди. Я не хочу сказать, что не надо развивать медиаграмотность старшего поколения. Это тоже очень важно, особенно цифровую грамотность, да, особенно грамотность в области медиа и в области информации, безусловно, надо, но молодежь все-таки транслирует сегодня основной, скажем, такой месседж, основной дискурс, который есть сегодня в нашем медиапространстве. Его носителями, его потребителями, его адресатами конечными все-таки являются молодые люди. И не только потому, что это потенциально уязвимая в социальном смысле категория населения, ну и потому что этим людям завтра жить в том мире, который мы им оставим после себя. Поэтому мы усиленно и неуклонно работаем с молодежной аудиторией и намерены продолжать это делать дальше. Ну и второй наш фокус – это, конечно же, работа с государственными органами, работа с партнерскими ННО, с международными организациями, с партнерами из соседних и других стран, которые имеют уже большой опыт в области внедрения медиаграмотности в систему образования, потому что без внедрения медиаграмотности в систему образования как комплексной, неотъемлемой части общего образования нельзя будет говорить о существенном изменении вообще медиаграмотности населения в стране. Потому что только через непрерывное медиаобразование можно дать как базовые, так и продвинутые навыки и знания в этой области. Конечно, большое влияние имеют отдельные проекты, отдельные программы, отдельные мероприятия как государственных, так и негосударственных органов, медиаорганизаций, лидеров мнений, всевозможные гражданские активности и так далее. Но, тем не менее, комплексная государственная программа в этом смысле, она бы дала определенные гарантии и определенное качество этому процессу, обеспечила бы непрерывность образования, медиаобразования для граждан на протяжении всей жизни. И это было бы очень круто и очень важно, на мой взгляд. Спасибо большое, совершенно согласна, потому что, как мы видим, ну, настолько быстро вот эти все технологии, да, вот меняются, и настолько тяжело становится работать, как сегодня уже многие из вас говорили, о том, что и верифицировать становится тяжело, потому что, ну, настолько вот эти фабрики используют новые технологии, что
без такого комплексного подхода, мне кажется, будет сложно. И у меня вот в связи с этим вопрос к Рустаму, в голову Рустам. Можете нам сказать, каким последствиям вообще, чем вот так опасно отсутствие критического мышления вот в таких ситуациях, вот этот низкий уровень медиаграмотности? Почему так важно повышать этот уровень? Скажите, пожалуйста. Ну, судя по тому, как наше население реагирует сейчас на эту ситуацию, на эту войну, и насколько пророссийские настроения сильно высоки среди населения нашей страны, и то, что около 3 миллионов граждан Таджикистана имеют российское гражданство, и повод для вторжения России на территории наших стран так может быть тем же самым, что и на территории Украины, это пресловутая защита граждан, своих граждан, это может повлечь за собой достаточно серьезные политические проблемы и угрожать независимости, целостности и как бы самостоятельности нашей страны. Поэтому не только нашей страны, вообще любой страны, где вот этот повод может быть так или иначе использован. Да, может быть, вы посчитаете, что это утрирую я сейчас какую-то проблему. Однако, на самом деле, для меня, я думаю, что это все-таки определенный риск. Пусть и большой, небольшой, это уже пусть политологи этим занимаются и высчитывают. Однако, и это все является результатом вот этого отсутствия критического, аналитического мышления. И, к сожалению, вот если говорить о нашем обществе, то существование определенного культа силы. Кто сильнее, кто готов проявить силу, даже если это несправедливо, он заслуживает почему-то какого-то уважения. То же поведение Рамзана Кадырова, по моему мнению, абсолютно безграмотного, абсолютно радикального, экстремистски настроенного человека, он пользуется достаточно большим уважением в нашем обществе среди определенных кругов, определенного числа населения. Однако, если просто прислушаться к тому, что он говорит, прислушаться, присмотреться к тому, что он делает, вы поймете сами, что это абсолютно недалекий человек, который не может даже занимать какие-то серьезные ключевые посты. Поэтому очень важно развивать в людях эмпатию, не только критическое мышление, не только аналитическое мышление, не только медиаграмотность, но и работать на более базовом уровне, на более фундаментальном. Это развитие эмпатии, работать с психологами. Почему у нас вот так уважают силу и сильного человека, даже если он делает несправедливые, нечестные какие-то вещи, ведет себя неправильно. Поэтому одним критическим мышлением и медиаграмотностью я бы не ограничивался. Я бы работал еще больше, еще дальше. Естественно, то, что делается сейчас, этого недостаточно. И государство, я надеюсь, что в руководстве наших стран, я не только сейчас о Таджикистане говорю, вообще в Центральной Азии, есть грамотные, есть достаточно аналитически мыслящие люди, смотрящие далеко вперед, чуть дальше, чем несколько лет даже, которые понимают, что молодежь, которая не только молодежь, но она все-таки будет дальше занимать какие-то ключевые посты, принимать определенные решения в ближайшем будущем, что среди них нужно вести определенную работу и повышать вот эту и медиаграмотность, и критическое мышление, но еще и работать в плане более мирного взгляда на эту жизнь, более мирного отношения к, в том числе и соседям, и в том числе любым другим нациям, национальностям, развивать толерантность, развивать именно идею кооперации, не идею того, что ты избранная нация, ты представитель избранной нации, а все остальные второсортные люди, но то, что мы все должны работать, кооперироваться, и кооперация – это самый главный ресурс, наверное, в 21 веке, когда мы можем только через кооперацию развиваться и развивать страну и общество в целом. Поэтому я думаю, то, что медиаграмотность развивать – это однозначно, это даст нам определенный эффект в ближайшие несколько лет, но если мы думаем о ближайших 20-30 годах, то мы должны развивать еще больше, еще работать на более фундаментальном уровне, чем сейчас. И в системе образования это все внедрять, естественно. То есть мало говорить, мало тренинги. Нужно прямо в системе образования это все заложить. И развитие критического мышления, и развитие аналитического мышления, и кооперацию, и эмпатию, и развитие толерантного отношения, и много-много чего другого. Да, и нулевое терпение к насилию вообще в целом. Я думаю, что это самое важное, да, вот сейчас
Видите, да, какой комплекс. У нас, да-да, нулевое терпение к насилию. И вообще, понимаете, в этом плане тоже очень много проблем, потому что как только выскакивают какие-то новости, например, о том, что женщины или даже, к сожалению, дети подвергаются, например, сексуальному насилию, особенно когда женщина подвергается этому, в обществе обязательно найдутся те, кто скажет, она сама виновата. И это очень плохой признак, и это очень плохой сигнал, потому что это говорит прежде всего о том, что люди не... У них отсутствует вот эта эмпатия, у них отсутствует сочувствие к людям, которые подверглись насилию. И вот сейчас даже, когда одна страна напала на другую страну, мирную страну, которая ей не угрожала ничем, разрушает эту страну, убивает детей, женщин, стариков, которые не брали в руки оружие, все равно находятся те, кто поддерживает вот эти методы. Это уже говорит о многом. Я прежде всего о психологических проблемах таких людей. Да, спасибо большое. Я хочу послушать Элину. Элина, пожалуйста, ваши рекомендации. И вообще у меня вопрос, я вам, по-моему, его озвучивала. Есть ли вот какой-то такой опыт в зарубежных стран, где вот высокий уровень медиаграмотности, и как бы можно было бы это внедрить в наших странах? И вообще будете ли пересматривать вы в своей организации подходы? Потому что, посмотрите, сами мы сейчас об этом все говорили, что необходимо усиливать работу. Пожалуйста. Да, я бы хотела сказать, я вот уже про КИНов рассказала, да, что мы такой не совсем традиционную группу стараемся сейчас привлечь к этому просвещению по поводу использования медиа. Но вот слушая Рустама, хочу добавить, что согласна абсолютно с нашими, со всеми спикерами, мы работаем сейчас с таким направлением, как арт и медиа, или медиа на стыке арта, да, потому что вот в такие времена, когда все более сужается, скажем, поле для свободы слова и свободы информации, и мы видим вот такую поляризацию общественную, которая, скажем, еще подкрепляется различными какими-то правовыми ограничениями, да, изменениями в законодательстве. Вот мы видели, как в России за одни сутки ввели уголовное наказание, да, по поводу того, как называть вообще эту интервенцию. И люди стали спешно удалять свои посты, в том числе и медиаплощадки. Вот, вот в такие времена очень важно поддерживать те группы и те инициативы, которые нам помогают вообще осмыслить этот опыт, да, а это в основном происходит через какие-то нетрадиционные даже пути, это арт, это искусство, это песни, это кино. И сейчас у нас есть целое направление, которое мы развиваем и экспериментируем с ним. Это вот как раз контент-продакшн сериалов. Да? У нас было запущено, мы выпустили за 2 года 2 сериала. Один касательно COVID, второй был направлен на подростков. Там затрагивались проблемы школьного рэкета, взаимоотношений в семье, миграции и так далее. Там было очень много вопросов заложено вот в этот сериал «Окрык и собак». Если вы его не видели, посмотрите. Он у нас в Кыргызстане достаточно большой резонанс произвел среди как раз целевой аудитории. Это был один из немногих наших отечественных сериалов, которые смотрели семьями, да, то есть несколько поколений. И мы верим в то, что вот такой контент, который очень... так скажем, research-driven, да, то, что мы называем, то есть основанный на исследованиях, он способен менять общество в долгосрочной перспективе, потому что, ну, в краткосрочной, что мы увидели после этого сериала, это то, что в регионах курсы IT и там английского языка, бизнес-развитие, они просто забиты под завязку сейчас, то есть ребята спрашивают, пришлите нам больше учителей, потому что у нас некому обучать уже, у нас все курсы частные именно забиты, да, это говорит о том, что вот, ну, вроде бы один сериал, но он сделал то, что, может быть, там, не знаю, Министерство образования за 30 лет не смогло сделать по привлечению, скажем, по прививанию вот этой любви и пониманию, почему образование это важно. Вот. Сейчас будем готовить еще, я надеюсь, вот у нас сейчас в разработке находится 14 документальных проектов, и там тоже, да, затрагивается и проблемы, вот, как пережить боль, как пережить
что делать в обществе, которое очень сильно поляризовано и разделено, когда у нас идет такая вот межпоколенческий идет разрыв и так далее. То есть очень много таких глубинных человеческих переживаний, которые вот переплетаются с нашей сегодняшней новостной повесткой. И вот мы верим в то, что вот это вот направление, оно должно сейчас получить какое-то вот, ну, большое развитие, мы будем туда инвестировать. Есть еще важный для нас компонент, который, ну, в Кыргызстане очень тяжело развивается, но мы его все равно пытаемся как бы сдвинуть с какой-то мертвой точки, это медиакритика. И есть уже критическая масса медиакритиков, но мы хотим, чтобы этих материалов было больше, и чтобы мы осмысливали то, что мы производим, да, в медиапространстве, в блогерском пространстве, в социальных сетях. Вот и те мониторинги социальных сетей, которые мы делаем, мы в том числе будем отдавать медиакритикам для того, чтобы они видели вообще, что в дискурсе доминирует и почему это доминирует, что можно по этому поводу сделать. Вот, медиакритики и медиаграмотность, и грамотность в целом, да, у нас во всех наших странах, ну, в Кыргызстане однозначно и точно, уровень грамотности общий, он упал, да, за последние, то есть он не вырос за последние там 30 лет независимости, а он упал и очень существенно упал. Наши школы недооснащены, наши школы, у них не хватает общего количества учителей, да, у нас очень много школ в аварийном состоянии и, скажем, даже вот ситуация с туалетами, там, с гигиеной, вообще не решена во многих школах, дети ходят просто на улицу. Вот. То есть вообще система образования, я согласна, что инвестировать нужно прежде всего туда, и мы должны на всех своих площадках адвокатировать за это. Вот мы это сделали через сериал «Акыркы собак», да, что там зарождаются очень многие вопросы, и давайте наконец-то обратим внимание на наши школы, посмотрим, в каком они ужасном состоянии уже наконец-то. И когда у нас будут вот эти сдвиги, такие большие, системные, я, ну, как-то хочется верить, что и на национальных уровнях будет совершенно запрос вообще на другие правительства, на другие качественные отношения с властью, да, на другие институции, вот. И если будет такой спрос, то и будет предложение. Пока спроса, видимо, нет, либо люди как-то сами справляются, либо готовы терпеть то, что есть, или не понимают, что можно лучше и так далее, да. Поэтому я согласна с тем тезисом, что одной медиаграмотностью мы не обойдемся. Вот есть вот широкий спектр разных инструментов, и мы постараемся все использовать. Ну, в частности, вот был вопрос про международный медиаопыт. Мы знаем, что как раз вот через арт-проекты, особенно в таких странах, которые, скажем, где-то авторитарные, да, вот мы уже были официально признаны там по международным рейтингам авторитарной страной, вот в таких авторитарных странах развиваются в том числе арт-проекты либо другие иносказательные методы осмысления этой реальности, вот, и донесения какой-то информации. Ну да, да, согласна. Во все времена, мы вот недавно сидели себя в офисе и говорили о том, что во все времена, когда были деспотичные или авторитарные правители, были люди, которые могли, поэты, художники и так далее, которые могли донести и которые жили и существовали и прекрасно развивались в таких странах. Асель, пожалуйста, у вас есть что добавить, нам порекомендовать? Пожалуйста, вам слово. Да, я просто хотела сказать, что самый эффективный способ, конечно же, это на государственном уровне, да, повсеместно, там у него есть все ресурсы для того, чтобы развивать эту медиаграмотность, но мы видим, что наше государство пока не готово, да, брать это в руки и системно взяться за это и развивать медиаграмотность. Возможно, это связано с тем, что те же самые политики, они имеют там фейк-фабрики, да, допустим, содержат фейк-фабрики, которые манипулируют сознанием, которые формируют общественное мнение, которые задают повестку, причем у нас кыргызскоязычный сегмент очень сильно отличается от русскоязычного сегмента, да, и так как кыргызскоязычный сегмент, он такой довольно-таки большой, как раз-таки фейк-фабрики, они именно на этом и сидят, да, то есть на этом и ориентируются. Вот, пока
политики сами манипулируют сознанием людей, они не готовы внедрять это повсеместно. Поэтому сейчас с помощью международных организаций, неправительственных организаций в пилоте это все внедряют. Да? Но этого недостаточно. Мы видим, что как бы, этого вообще никак недостаточно. И поэтому один из вариантов, возможно, это тесное сотрудничество с инфлюенсерами, с такими блогерами, да, у которых миллионная аудитория, такие у нас есть, и таких очень много, да, то есть очень сильно раскрученные публичные персоны, мне кажется, очень важно именно вести работу с ними. И те силы, которые хотят влиять на общественное мнение, они уже работают, но только не в том русле, да, допустим, а в том выгодном своем русле, как выгодно, допустим, те же самые политики, они работают с этими блогерами для того, чтобы пропиарить свою деятельность, для того, чтобы очернить оппонентов и так далее. То есть вот эту вот силу можно использовать с пользой, да, скажем так. Вот. Спасибо большое, Асиль. Да, инструменты есть. Было бы желание, да? Белла, пожалуйста, вам слово. Я хочу услышать. У нас, оказывается, одни и те же проблемы, то, что говорила Асель, Элина. Да, фотофирма есть и у нас. Мы думали, что социальные сети – это оплот демократии. Оказывается, наоборот, там невозможно понять, где правда, где ложь, и очень сложно понять. И по поводу государства, да, мы сотрудничаем, конечно, с представителями власти. Спасибо им, конечно, они внедряют нашу программу. Кстати, мы подготовили учебники. Эти учебники есть и в Таджикистане, и в Узбекистане. Я знаю, что по медиаграмотности сейчас апробировали учебник для 9 и 11 классов. Сейчас разрабатываем по 8 классу. Но, однако, это не решает проблемы, потому что власти... С одной стороны, они хотят, чтобы население было медиаграмотным, но с другой стороны, они сами закручивают гайки. Вот в данный момент сейчас у нас в Сенате рассматривается законопроект, немножко похожий на российский закон о СМИ, который ввел понятие СМИ и иноагент. И у нас тоже самое в точь-в-точь в один-в-один, но у нас немножко повод другой. Мы якобы защищаем детей от кибербуллинга и таким образом даем больше власти для Министерства информации, которое может в любой момент заблочить любую социальную сеть, любую публикацию. Хотя на Фейсбуке, в Инстаграме и других платформах есть, конечно, функция там, борьбы с кибербуллингом и с хейтом и так далее, но, однако, им, видимо, этого мало. И также по поводу инфлюенсеров, да, я согласна, у Элина говорила о хорошем проекте, надо внедрять его, потому что у некоторых инфлюенсеров, представителей шоу-бизнеса, больше аудитории, чем у каких-то там газет или СМИ, или вообще телевидений. Многомиллионная аудитория, однако они транслируют совсем другие ценности. Например, у нас есть вайнеры, которые рекламировали какие-то финансовые пирамиды, были самыми главными антиваксерами. Нужно разрабатывать какие-то проекты, чтобы обучать этих людей медиаграмотности, чтобы они транслировали правильные ценности, правильные, ну, грамотные, были медиаграмотными. И также нужно работать, не обучать не только в школах, в вузах, нужно работать с отдельными сегментами, то есть, может быть, с инфошниками, с журналистами, чиновниками, чтобы повышать их медиаграмотность. Поэтому медиаграмотность – это не только проблема, которой должны заниматься частные организации, школы и так далее. Также я еще хотела сказать, что было бы лучше, если бы мы поддержали независимые СМИ, так как сейчас у нас все сидят на дотации, пропаганда, госзаказы – это самая большая проблема. Нет альтернативных источников информации, нет независимых СМИ. Они не всегда конкурентоспособны. И у нас в основном есть очень мало независимых СМИ, которые можно посчитать прям пальцами. Но каждый раз, когда там во время выборов или каких-то политических событий, даже президент каждый раз говорит, что якобы эти медиа, они сотрудничают с
иностранными агентами, иностранными фондами и раскачивают ситуацию и так далее. То есть есть риск, ну, тоже закрытия вот этих медиа независимых, как в России, я думаю, возможно, это будет и в Казахстане, поэтому, мне кажется, нужно поддерживать независимые СМИ, не знаю, каким-то образом, чтобы они были конкурентоспособными, не зависели ни от грантов, ни от тендеров, госзаказов. Вот. В целом, мне кажется, все. Я обо всем поговорили. Спасибо большое, Белла. Я совершенно с вами согласна и благодарю вас за ваши рекомендации. На самом деле, вот когда мы сейчас видим вот эту вот всю ситуацию, ни, по-моему, ни у одного СМИ в Центральной Азии нет собственных корреспондентов, ни в Украине, да, вот не знаю, есть ли в России, но в Таджикистане, я думаю, что нет. Может быть, какие-то государственные каналы там кого-то имеют, но это абсолютно... Мы все подвержены, и спасибо вам за то, что вы даете нам свои рекомендации. Я думаю, что это область дальнейших целей и задач и для международных донорских организаций, а также для правительства. И вот мне очень сильно понравилось предложение о том, что Саида, по-моему, озвучивала, и вообще все вы, о том, что необходимо работать и обучать медиаграмотности, в первую очередь государственных чиновников, людей, которые принимают решения. У нас есть вопросы с Фейсбука. Один вопрос для кыргызских экспертов. Это я знаю, что в Кыргызстане в школах учат вместе с предметом обществознания медиаграмотность. Это правда или нет? К сожалению, автора вопроса я не вижу. В Кыргызстане есть, Элина Асель, с обществознанием есть ли такой предмет, как медиаграмотность? К сожалению, нету. Именно в школах нету. Были проекты, вот Брайка, да, центральный азиатский проект, где обучали преподавателей, учителей, а потом они, в свою очередь, обучали своих студентов и учеников. Но вот на уровне там, системы образования, такого, вот, насколько я знаю, такого нету. Спасибо вам за ваш ответ. Еще один вопрос от моего коллеги Тимура Тактаналиева. Он всем экспертам задает этот вопрос. Белла, по-моему, говорила в самом начале о том, поднимался ли вопрос перед вашими госорганами или самими госорганами об ограничении трансляции информационно-аналитических программ на этих российских телевидениях. То есть не полного отключения этих ТВ, но хотя бы ограничения тех передач, откуда транслируется львиная доля этой пропаганды. Пожалуйста, кто ответит? Да, ну, можно я быстро отвечу? Да, у нас активисты поднимали вопросы, чтобы прекратили трансляцию, однако официальные власти вообще никакой реакции, ну, не давали, но у нас был случай 28 не помню, февраля, частный провайдер Ремстройсервис у нас в Центральном Казахстане в Карагандинской области, они объявили, что в данный момент по этичным соображениям они просто прекращают вещание телеканалов там, Первого канала, Россия-1, Россия-24, там Звезда, НТВ, РНТВ и так далее. Но, однако, буквально через три дня руководство вот этой компании извинилось, они обратно восстановили. Мне кажется, в этом как-то связаны госорганы, так что наши госорганы, не, наоборот, они побаиваются все равно в связи с политической ситуацией, и поэтому нету. Спасибо, Белла. Пожалуйста, Саида, у вас поднимался вопрос об отключении? Нет, к сожалению, никакими представителями государственных органов, сенаторами или нашими депутатами, скажем, пока этот вопрос не поднимался. У нас появилась новость о том, что Украина просит приостановить трансляцию российских каналов, которые несут лживую, неправдивую информацию, дезинформацию и так далее о войне на Украине. Появилась как бы такая информация, но о реакции на нее наших государственных служащих, представителей госорганов или какого-либо отдельного госоргана не последовало, поэтому у нас как бы такой вопрос не поднимался.
Спасибо. Девушки из Кыргызстана, Элина или Асель, кто из вас ответит на этот вопрос? Элина, пожалуйста. Вопрос-то поднимается, он поднимается уже много лет, но пока все в том же порядке. Очень сложно нашим странам, особенно те, которые бюджетозависимые от России, Кыргызстан является такой страной, к сожалению, очень сложно вообще вести переговоры на эту тему. Пока ничего не сделано, насколько я знаю. Да, дополню буквально, буквально вот недавно, 2 марта, по-моему, один из депутатов ЖК в Дёркинеше поднял этот вопрос, но он вот остался таким открытым. Рустам? Такого вопроса, в принципе, у нас в нашем обществе, кажется, никогда не было, но единственное, что можно отметить здесь, то, что спутник так и не получил аккредитацию в Таджикистане в свое время. А это сателлиты как раз-таки Russia Today. Вот я думаю, что это вообще очень хорошие рекомендации, Тимур, мы можем принять. То, что хотя бы не полного отключения, но ограничения тех передач, которые явно, очень явно львиную долю пропаганды транслируется. Да, Рустам, пожалуйста. Тут как раз, когда мы говорим о пропаганде, нужно принять за внимание, что пропаганда российская, она производится не только через новостные передачи, она производится и культурная, например, через фильмы, через мультфильмы даже. Поэтому, если мы думаем о противодействии пропаганде, мы должны принимать во внимание все каналы, которые так или иначе задействованы для продвижения вот этих месседжей пропаганды. Поэтому сейчас очень даже будет сложно определить, какой именно, например, какая именно передача занимается государственной пропагандой российской, а какая не занимается, с учетом того, что Россия ввела вот эту цензуру, в том числе военную цензуру, пропагандой занимается вся российская, все российское медиапространство, все, кто занимается так или иначе производством контента сейчас, они уже являются частью государственной пропаганды, потому что независимых мнений уже нет на медиапространстве, особенно на телеканалах. Поэтому, если и ограничивать, то тут я не вижу смысла в ограничении частичном только, да, потому что мы ограничим, конечно, например, новостные передачи, к примеру, но при этом тот же фильм «Крымский мост», он останется, потому что это культурная информация, да, культурный контент. Однако он является тоже результатом производства пропагандистов Российской Федерации. И хотим того или нет, пропаганда будет достигать нашей аудитории через вот такой контент, не новостной. Да, пожалуйста, Саида. Да, если можно, буквально еще как бы добавлю вот, в контексте последних высказываний коллег. Мне очень сейчас показалось важным сказать, что в нашей благосфере особенно, которая, еще раз повторю, очень сильно влияет и узбекоязычная, и русскоязычная, очень сильно влияет и заменила с собой как бы такую сильную качественную журналистику. Так случилось у нас в Узбекистане, вот такой феномен. И мне хочется сказать, что там есть определенная, достаточно сильная риторика в пользу того, что друзья, коллеги, уважаемые узбекистанцы, давайте не будем переносить наши политические взгляды, поддержку или не поддержку политики России или действия Украины и так далее, на народы этих стран, на национальности не будем транслировать нетерпимость к представителям русского этноса или украинского этноса, не будем травить деятелей культуры и искусства, которые во многом стали заложниками этой ситуации, очень сильно пострадали и в плане своей карьеры, в плане своего вообще своей идентичности национальной, гражданства и так далее, и так далее. И в этом плане хочу поддержать как бы вот такую линию наших независимых блогеров, которые стараются вот в этой ситуации непонятной, все-таки и неоднозначной, все-таки как-то настаивать на том, что давайте не будем все смешивать в один чан и будем как-то отдельно транслировать наши политические взгляды, наше отношение к этой ситуации, к отдельным политикам, которые затеяли эту войну и втянули в нее
в том числе не только свои народы, но и народы других государств и стран, давайте все-таки не будем переносить это на уровень как бы национальности каждого отдельного человека и будем проявлять уважение и здравый смысл и терпимость, как сейчас сказал Рустам, конечно же, терпимость прежде всего, потому что, как говорится, в любой непонятной ситуации, в любой очень сложной ситуации, наверное, единственное правильное решение, которое можно принять, это оставаться благоразумным человеком, стараться очень аккуратно взвешивать факты, давать оценки и тем более выходить со своими собственными оценками на широкую аудиторию, если ты в них не уверен. Совершенно спасибо. Согласна, Сайда, с вами. Я вот много лет работаю в IWPR и все время ратую за соблюдение международных стандартов журналистики. Это в первую очередь нужно говорить о беспристрастном освещении, сбалансированной подаче информации. К сожалению, сейчас то, что вот происходит, мы уже об этом вначале говорили, что мы все жители стран Центральной Азии стали жертвами гибридных войн, как сказала на одной из наших программ Инга Сикорская, все вы ее знаете. И я вот не хочу на этой ноте заканчивать, я совершенно согласна, Сайда, с вами, что в первую очередь мы должны думать и говорить, и быть эмпатичными к людям, к жертвам, которые становятся заложниками вот всяких вот таких вот событий. Спасибо большое вам всем за участие в нашей программе. Я благодарю уважаемых экспертов, которые дали нам и свои рекомендации, рассказали о ситуации в своих странах. И напоминаю, что с нами сегодня на связи из Казахстана была Белла Арымбетова, Асель Сарумбаева и Элина Каракулова из Бишкека, Сайда Сулаймонова из Ташкента и Рустам Гулов из Душанбе. Модерировала экспертное обсуждение я, Лола Алимова. И я приглашаю вас почитать наш сайт, где вы увидите больше аналитических материалов по этой и другим темам, волнующих жителей стран Центральной Азии, на нашем портале по адресу www.kabar.asia. Спасибо за то, что вы были с нами, и до новых встреч.